поедешь? Один не поедет, боится. Поедешь с папой. Так. Так. На, телефон держи. Нет, не плачь, блин. Не мать. Ну, тогда я буду одной рукой рулить, одной телефон держать. Ты готов? Нет. Не готов? Я с тобой уже не дружу. Страшно? Скажи, тебе страшно, сынок? Я с тобой не дружу. А, не дружишь с папой? Да. Ну, никаких тебе телефонов. Да ладно. Поехали. Отпусти тормоза. Нет. Папа тормозит. Нет. Макс, развернет же нас. Отпускай. Я ногами буду тормозить. Поворачивай! Да не тормози, нам разгон нужен. Чтоб там... Да не тормози, нам там прямой участок пройти. Отпусти тормоза. Все, боже мой. Ты что остановил-то? Потому что. Потому что что? Потому что это очень... Быстро разогнался? Ты готов, сынок? Нет? Все? Да я тоже. Все, готов, да? А, держи! Вот это скорость! Вот это круто! Мы ведем прямой репортаж. Гонок. Ралли зимний Дакар. Дрифт чемпионшип. И вот наш гонщик Макс, он боится. Он боится и плачет. Но папа его научит классно кататься. Как бы трамплин. Держишься? У меня уже лицо все отмерзло. О, держи, трамплин. Папа, держи еще один. Папа. Держи, сюда, трамплин. Не, не тормози, не тормози, ногами тормози. О, видно, тормозил. А вот тут я не смогу затормозить. Не, не тормози, проедем. И парковочка. Классно? Доехали до куда вот. Потом еще прокатимся так? Нифига себе, мы до садика доехали. Давай. Не, Макс, после нормальных горок это уже не то, да? Да, это уже не то.